На Филиппинах завершается саммит АТЭС. Сегодня, во второй день работы, лидеры двух десятков стран, на чью долю приходится более половины мирового ВВП, провели два пленарных заседания, обсудили вопросы углубления региональной экономической интеграции и пути решения демографических и экологических проблем. Делегации стран-участниц, в том числе российской, во главе с премьером Дмитрием Медведевым, уделили особое внимание поощрению торговли и стабилизации финансовой ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К подписанию подготовлена итоговая декларация.